заниматься развитием малыша можно и нужно с самых первых дней его жизни. Простые игры помогут грудничку получить первые знания о мире, который теперь его окружает. Самый интересный и любимый объект наблюдения всех грудничков – это лицо мамы. Дайте ребенку возможность изучить вашу мимику. Через время он будет стараться повторить ее. Улыбайтесь, стройте рожицы, хмурьте брови и вытягивайте губы трубочкой. С каждой неделей малыш уже все меньше времени тратит на сон. И когда он бодрствует, ему нужно заниматься каким-нибудь делом. Просто рассматривать потолок не очень интересно. Поэтому смастерим для него полезную игрушку. На белом картоне нарисуем простые геометрические фигуры с черно-белыми рисунками. И прикрепим их к игрушкам на мобиле, где-то на уровне груди малыша. В первые месяцы жизни ребенок хорошо различает именно черный и белый цвет. И такая игрушка будет отлично стимулировать зрительную активность младенца. Вот она, молодец, умница. Слуховое восприятие малыша тоже нужно развивать. Тут все просто. Постоянно разговаривайте с ребенком и давайте ему послушать разные звуки. Проговаривайте: вот так шумит погремушка, так работает пылесос, так звенит дверной звонок, а так поют птицы. С 3 месяцев малыш уже может следить взглядом за движущимися предметами. Используем это умение для развития зрительной активности. Плавно передвигаем игрушки перед ребенком в разных направлениях и обязательно улыбаемся. Раз, два, раз. Чтобы малыш развивался разносторонне, нужно обязательно уделять время не только умственным упражнениям, но и физическим. Занимайтесь гимнастикой по 10-15 минут в день. В это время рассказывайте малышу стихи и веселые пестушки.